Рекорд. Опустить. Ну что, уважаемые зрители, сегодня первый раз поехал как представитель прессы. Видите, вот такая интересная вещь тут есть. У хозяина канала, который устроил это мероприятие, есть такой небольшой 50-калибровый, не 50-миллиметровый, это разные вещи, инструмент полуавтоматический, М2 полуавтомат. Вот сейчас будут пытаться его чего-то там сделать. Маленькие патрончики 50-го калибра. Может быть, нам удастся его даже пострелять. Увеличивать там надо. Сейчас. Всем привет. Второй камеры. Здесь Николай. Скажите, здрасте Николаю, у которого тоже есть небольшой канал. Он будет его развивать. Вот Николай. Всем привет, на сегодня я оператор. Все? Хорошо, повезло, мы процесс загрузки зарядки снимаем. Hey, James Arthur's roller when I got tased, and we were all laughing, so, you know. It was pretty funny. It was pretty funny. He wouldn't wear it. Yeah. It was you and me. Ну вот, загружаю. I was wearing it. И два раза. Класс. Сейчас вы увидели, как работает полуавтоматический пулемет 50-го калибра. Класс. Я сам стрелять не буду, но нужно было свои патроны приносить. Но это, конечно, было классно посмотреть.